Смотри, а если повесить мандарин сюда на елку, вот, вот так вот куда-нибудь. Будет красиво. Да, будет красиво, вот. А представляешь, если бы мандарины росли на елках? Было бы интересно. Прикольно, заходишь в лес, там елки и все, все, все. Все в мандаринах. Все в мандаринах. Да. О, ребята, привет. Привет, привет, привет. Мандарины. Мандарины, вот. Да, они очень, очень вкусные. А что ты знаешь про мандарины? Я знаю, что мандарины растут, вообще они впервые появились в Китае. Еще 1000 лет назад. Ого. Да, представляешь? И мандарины, вообще, дерево такое достигает от 2 до 9 метров. Ого! Да, ну, мандарины очень долго там растут, поэтому их высаживают очень много-много деревьев, вот. И с одного дерева можно собрать больше 100 мандаринов. Вот. Вот так вот. Вот это да. Представляешь? 100 мандаринов на одной елке. Да, представь, если бы на елке 100, а на 2 200. А на 3 300. Да! А что ты еще знаешь про мандарины? А еще знаешь, что тогда еще, когда 1000 лет назад в Китае они появились, то гость, который приходил, например, я пришел к тебе на Новый год, ага. Да, и принес тебе мандарины, и подарил. Знаешь, что это означало? Что? Что я тебе желаю богатства, счастья, мира и добра. Вот, и давай мне мандарины. И ты мне тоже должен был подарить тогда. Вот, значит, я дарю тебе 3 мандарина, а ты мне 2. А я тебе 2. Да. Вот. Как-то нечестно получается. Ну, я просто же в гости к тебе пришел, поэтому больше принес немножко. А! Да. Понятно. Ты же меня не только мандаринами будешь угощать, правильно? Я тебе в гости пришел. Ого. Там сладостями разными. А еще мандаринами можно жонглировать. Только я не умею. Я тоже. Попробую. Вот, ребята, кстати, учитесь жонглировать мандаринами. И потом будьте на следующий Новый год жонглировать мандаринами. Так будет весело-весело. Вот. А мультфильм? О, давай посмотрим мультфильм. Давай мультфильм посмотрим. Ребята, да, спокойной ночи. Спокойной ночи, ребята. Вы, кстати, не забыли, мы сегодня говорили про мандарины. Вот, и что они впервые появились в Китае. Все. Давай. Завтра придете к своим друзьям, обязательно расскажите. Давай, мультфильм, да.